Всем привет, друзья, с вами Нирвгорн, это игра Terra Tech, и мы продолжаем играть и развиваться. В этом видео мы начнем Крафт Вентура. Почему именно прям начнем Крафт Вентура? Потому что его нужно открыть. То есть в основном нужно открыть новые рецепты. И конечно же, мы постараемся сделать что-то более интересное в плане того, что новых летающих устройств. Потому что все мои, допустим, летающий даже тот же грузовик, он построен с ограничениями небольшими, да? То есть в плане того, что нету всех блоков, то есть и все я себе не могу позволить строить. Но теперь, когда появились винты, собственно говоря, и фабрикатор Вентуры, себе я смогу это все позволить, поэтому мы сейчас разнесем к чертовой бабушке эту базу. Кстати, забавно в том, что она еще и подзаряжает своих же врагов, ну, своих же защитников. Отличная база. Отличная, я бы сказал. Только вот это вот не отлично. Видите, что происходит? Почему ты отталкиваешься именно... Ладно, давай тебя просто из мора возьмем. Я думаю, мощности это у меня побольше будет, чем заряжается-то энергия у этой базы. Ну давай ты двиг. Почему он в одну сторону отталкивается? Вот видели, да? Почему он отталкивается только в одну сторону? Странно. Серьезно странно. Все, сдохни уже, а. Пятый уровень Вентура. Последний, кстати. Последний уровень Вентура. Это неплохо. Это даже очень хорошо. И последние защитники остаются, которых сейчас мы... Все, база становится моей. Как видите, ящик падает, база тоже заряжает. Тут прям при том база такая, знаете, наполовину магазин, да, то есть... А там... Че, серьезно, у нее даже нет... О, прикольно база выглядит, очень прикольно, при том... Но немножечко глуповато в том плане, что геотермальные генераторы здесь стоят, они бесполезные. Типа, смысл в них я немножко не понимаю, конечно. Ну ладно, как говорится, все хорошо, что на халяву, да? Давайте ее вот так вот. Оп-о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 п
В том плане, что... Вау. Вау. Я не знаю, с чего такая щедрость, но, во-первых, мне дали, смотрите, во-первых, мне дали, так, нам нужно ГСО, во-первых, мне дали пластину для парения, поворотный ускоритель, это новый рецепт, собственно, и не только рецепт, мне его еще и дали, как бы, да? И еще какую-то штуковину я заметил. А, и вот этот вот, как его, третьего уровня, да, вот он. Особенный блок компонентов. Ну, это потрясающе. То есть сейчас мы едем точно на базу. Так, ну что ж, я приехал на базу. И здесь, наверное, нужно очень грамотно подойти к подготовке. Потому что все-таки есть определенные варианты, как можно построить, а как не стоит строить. Так, во-первых, давайте вот здесь вот, вот так вот сделаем передатчики вот этого электричества. То есть передатчики с... Электричество с базы, так скажем, да, получается. Это, кстати, те, которые я только что добыл. Так что, ребят, это очень хорошо. Так. Все, заряжаем базу, заряжаем все устройства, все нормально. Зарядка пошла. Теперь нам нужно вентуровский фабрикатор. Берем его и... где у нас он? Где-то вот здесь... Нет, не он. Вот он, отлично, наконец-таки. Вентурский фабрикатор, и, в принципе, можно уже заказывать все блоки, которых у меня нету. Их очень мало, но все-таки они есть, которых у меня нет. Вот так вот. Так, здесь пятый уровень. Ну, в принципе, понимаете, все блоки открыты, то есть здесь остается только крафтить, крафтить и крафтить. Как-то так, да. Потому что хавки пока что у меня нету следующего уровня, то есть это нужно третий уровень. Так... В принципе, окей. Еще что еще обязательно нужно поставить, это точнее, не фабрикатор, а как он, вот этот, фабрика компонентов, уровень 3. Ну, конечно же, она сейчас будет вставать самым непонятным образом. Ведь это, ну, логичнее некуда, что именно вот такими вот разнообразными всяческими вариантами я хочу установить эту штуковину. Так, ставим третий уровень, оп. Так, только вот здесь, наверное, правильнее вот так вот будет развернуть, чтобы красиво смотрелось. Все, у нас есть каждого уровня фабрика, которая будет производить предмет. Так, это у нас крыло.
Давайте его тоже закажем. Как видите, ну вот видите, здесь очень простейшие блоки нужны для того, чтобы создать устройство. И в принципе сейчас мы этим займемся. Мы займемся тем, что создадим какое-то, знаете, как бы это правильно назвать его, наверное, основное устройство полета, что ли, или как-то так. Потому что что сейчас остается? Сейчас остается докачать уровни Хавки и Вентуры. По-моему, Вентура третий уровень еще должен быть. Там какие-то вроде бы новые блоки откроются, я могу ошибаться. Если что, вы меня поправите в комментариях. Обязательно нам нужен третий уровень Хавки, то есть там винты, да, то есть вертолетные винты, еще всяческие блоки. Очень пушки там, гусеницы, колеса новые, да. И что? Искать новое место для базы, уже для основной, для массивной, для большой базы, где будет производиться в большом количестве блоков. И там же как раз таки я бы хотел сделать, попробовать протестировать эту базу, потому что в предыдущих версиях она лагала. И сейчас очень хотелось бы посмотреть, будет ли лагать в этой версии, потому что версия это новая, и вот довольно-таки интересно, что в ней будет происходить. Странно, вроде бы я здесь... собственно, окей. Вот видите, экзотик здесь, да, но по стандарту вот все эти самые первые компоненты, да, то есть Simple, они, ну, во всех как бы крафтятся. На самом деле это неправильно, я бы Simple отключал бы во всех, где нету улучшения. Ну ладно. Так, что нам остается в данный момент сейчас, с чего начать нужно? Во-первых, нам нужны винты, притом винты, в принципе, я могу попробовать, кстати... Вот серьезно, блин, и вот других у меня вариантов нету. Так, давайте, в общем, разберем сначала вот это все. Вот это все разбираем. Ну, так. Прям вот. Вот так вот пожескочу. И это тоже, конечно же, все разбираем. Почему? Ну, потому что мне сейчас все, уже эти самолеты, все эти устройства не нужны. Они мне понадобятся только тогда, когда... Точнее, они мне уже точно не понадобятся. Сейчас мне придется из них именно составлять какие-то новые устройства, которые как раз-таки, ну, мне пригодятся. Так, давайте черную дыру куда-то вот сюда вот поставим. Вот так вот, наверное, да? Так, и здесь, здесь вот давайте-ка... Что закажем? Винт. Винт закажем. Потом нам, наверное, крылья нужно будет заказать. Вот эти батареи я бы заказал. Окей. Окей, еще что нам нужно сделать? Хотелось бы посмотреть... Да зачем ты так прям вот в упор-то прибавляешь? Странно. Ну ладно. Хотелось бы посмотреть, что сейчас продается в магазине. А продается очень мало. Ну вот батареи есть. 15 тысяч один блок стоит. 15 тысяч. Это довольно-таки мощно. Это довольно-таки мощно. 15 тысяч, ребят. Так, ладненько, у меня нету вертолетных винтов, поэтому вертолет не получится построить. Да и, честно говоря, здесь вертолеты получаются так себе. Если кто не верит или кто, типа, любит писать, построй то или иное, и, ну и не имеют они предела своей фантазии, то, ребят, посмотрите мои предыдущие выпуски по созданию каких-либо вертолетов. Есть ограничения в вертолетах, это поворот. И его довольно-таки очень сделать сложный. И интересные вертолеты очень сложно сделать, поэтому там есть предел фантазии. Здесь же и сейчас я буду делать именно самолет. Самолет, который будет плавно взлетать, плавно приземляться. То есть и у которого будет, не будет проблем со стабильностью. Потому что у нас теперь есть возможность сделать гиростабилизатор. То есть, ну, понятное дело, который будет стабилизировать наше устройство. Так, ну что ж, поехали. Скрафтил довольно-таки большое количество блоков, чтобы спокойно можно было создавать устройство. Я задумался, что мне нужно, да, какое устройство мне нужно. Так, вот давайте тут кое-что докрафчивается, давайте вот это отключим. Какое устройство мне нужно? Устройство для чего нужно вообще? Для того, чтобы нести черную дыру. То есть мне ее нужно перенести в другое место и оттуда уже начать развиваться. Конечно же, основой будет кабина Вентура, потому что она самая легкая. Да и вообще я постараюсь максимально использовать самые легкие предметы, чтобы двигатели нас вытягивали. Вентура. Вентура. Оно нам даст спидометр и
черную дыру я буду сразу же по центру располагать. То есть, прям вот по центру устройства. Потому что это будет основное, самое тяжелое устройство, которое будет нести весь транспорт. Даже можно его так и назвать, транспортник, да? Я уже хомяка сохранил, чтобы его, если что, можно было собрать в другом месте. То есть я его здесь разберу, и когда перелечу на новое место, там соберу. Как-то так получается. Очень много винтов понадобится, очень много крыльев, потому что тяга должна быть мощная. Винты у меня на данный момент 10 штук есть. Я, если надо будет, еще скрафчу, потому что за кадром я посидел довольно-таки... Тщательно покрасил предметы, но постарался, чтобы все, вот, которые полетные мне пригодятся, все эти предметы накрафтить. Так, еще у меня есть мысль задекорировать устройство. Вот есть такой блок, как вот такой вот. Он у нас использует один блок. Да, в принципе, можно его использовать. Кстати, блин, даже прикольно смотрится, да? Прям вообще такое, как будто, как бы это сказать, как будто... Спойлер, что ли, какой-то, или что-то типа такого. Но это скотосбрасыватель. Бессмысленная какая-то вещь, ни разу им по смыслу его не пользовался. Так, ну давайте потихонечку начинать, честно говоря. Не представляю, как мне построить, потому что есть только фантазия, есть какие-то наработки. Ну, не наработки, а какие-то мысли, а вот основной идеи пока что, к сожалению, нет. Так, ну давайте, допустим, вот это будет у нас боковая стеночка. Боковая стеночка. И к ней мы цепляем сразу же. Так, вот давайте вот эту черную дыру возьмем. Вот так вот черную дыру. В чем фишка? Надо сделать так, чтобы я мог снимать эту черную дыру и ставить обратно в любой момент, когда мне это понадобится. Поэтому здесь сбоку, вот с этой стороны мы сделаем еще такое. Такой вот. Оп, оп. Оп, оп, оп. Ну вот как-то так, наверное. То есть это основные наши батареи будут, которые будут как раз таки питать наше все устройство. Ну и заодно, типа, и защита, как бы, да? Ну, щиты питать будет, в общем. Так, здесь дальше давайте подумаем. В принципе, буду использовать тогда крестовины. Вот эти вот крестовины из коалиции Хавки. Так, потом здесь по центру давайте сразу же поставим блок вот такой вот. Вот так вот. И можно, кстати, вот так вот немножко подвинуть. Вот так, 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 так. Оп, зарядочка пошла, все. То есть у нас есть блок, передняя часть у нас, по крайней мере, уже защищена в какой-то степени, да? Так, и вот здесь вот у меня есть мысль, знаете, как поставить? Вот так вот. И, наверное, у меня не получится сделать так, как я задумал. А хотя... Хотя, сейчас посмотрим. Просто вот сейчас смысла в моей постройке не будет, конечно, но просто хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Интересно. Допустим, так вот. И вот... Вот так вот. Но что здесь по центру ставить? Вот в чем... Суть, нечего здесь поставить. Даже эти пушки, дробовики, ну... Дробовики в самолете, ну типа... Ну смысла в этом точно нет никакого, да? Окей. Ладно, пока, наверное, оставим так. Мне интересно... Я хочу, знаете, сделать какой-то интересный декорир... О, кстати, я могу вот сюда вот так вот поставить. Да? Две кабины, и они так будут, как бы, такие закрытые, да, то есть получается. Кстати, идея. Окей. Двигатели. Да, ребятки, с двигателями тоже нужно, есть проблемка небольшая в плане того, куда их установить. То есть центр у нас занят. Двигатели либо ставить либо вниз, либо вверх, либо по бокам. То есть это можно сказать, двухвинтовой какой-то самолет у меня получится. Либо, кстати, вот у меня сейчас прям, обожаю, когда так происходит, либо можно их поставить вот где-то вот здесь вот. Но единственная проблема у этих винтов, Вентура, то, что они занимают 3 на 3 блок. То есть, если я его буду ставить, то он, видите, вот, да, то есть мне его как-то вот так вот их нужно поставить, получается. То есть здесь, значит, какие-то такие крылья нужно, именно такие, которые вот будут...
Так, окей, у меня есть такие крылья. Их всего лишь два, но мы сейчас их можем накрафтить. Мы сейчас давайте попробуем стенд, так сказать, сделать. Посмотреть, что из этого получится. И поглядим. Так, допустим, вот так вот. Допустим, вот нет. Вот здесь вот, конечно, черная дыра, она нам прям все портит. А ну-ка, высота как... О, еще и высота, смотрите, учё... Воу! А вот это я чуть не ожидал, что у нее такая высотень-то у черной дыры. Нифига, нафига такая она... Так. Так, вообще-то мы можем эту черную дыру просто перевернуть. И тогда... Она же как бы вот в нерабочем состоянии не будет нам мешать. Отлично. Тогда, в принципе, винты встанут так, как нужно. Допустим, мы берем вот так вот. Сейчас давайте предполагаю, да, то есть... Да что ж ты падаешь-то? Нет. Конечно, система установки вот этих блоков разнообразных здесь, конечно, хромает. Тоже не то, ребятки. Вот это вот, вот этот, вот эта часть, да, она должна быть здесь сбоку. Поэтому мы должны вот так вот сместить. И вот здесь вот уже поставить вот так вот винт. Да, похоже, только так. К сожалению. Но, опять же, проблема в том плане, что двух винтов совершенно не хватит. Тут такая здоровая махина строится, да? И мне придется здесь выставлять не крылья, а придется блоки выставлять, потому что крылья здесь не уместятся. То есть мне придется, смотрите, что-то типа такого делать. Вот так вот. И вот так вот. И вот здесь уже ставить винт. А вот здесь уже ставить крыло. Вот так вот. И потом, опять же, пропускаем один блок. Здесь будет у нас стоять винт, который будет смотреть вперед. И следующий блок. Винт, блок, винт, блок. И так, наверное, по три двигателя с каждой стороны. Наверное, я так сделаю для начала. Посмотрим, что из этого получится. Весь прикол в том, что как бы я ни старался, по-любому получается масштабно. По-любому получается широко, мощно, глобально, как угодно называйте. И это немножко меня расстраивает. Потому что я, конечно, изначально не хотел строить какое-то такое громадное устройство. Но, похоже, придется. Да, именно придется. И здесь вот я все-таки попытался опустить двигатели. Но, и вот у меня сейчас появилась мысль о том, что приподнять, может быть, тогда... Стоп, может быть, на самом деле... Вот каждый раз дорабатываешь и перерабатываешь. Может быть, еще на один блок опустить двигатель, и тогда получится крылья над двигателями. И то есть подъемная тяга будет как бы проходить. То есть ветер, который должен приподнимать крылья, он будет проходить под крыльями как раз таки. И двигателями при этом при всем приподнимать. Может быть, тогда подъемная тяга еще сильнее станет. Надо так попробовать сделать. То есть вот что-то типа такого. Но есть такой момент. Смотрите, мы можем крылья, конечно же, уже поставить, в принципе. Допустим, ну вот, да. Но хватит ли этого? То есть, может... Тут есть, короче, два варианта, да. Либо так, либо мы ставим вот такое крыло и добавляем к нему еще крылья. То есть можно, допустим, ГСО, да, допустим, крылья поставить, да. Вот так вот. Подъемная тяга в разы увеличивается, конечно, но вот стоит ли такое крыло ставить, вот я, честно говоря, не знаю. Может быть, может, предположим, вот этого крыла хватит. Разветвленное крыло. Вот так. Вот так вот, может быть, здесь этого хватит. Хотя нужно, ребят, проверять. То есть по-другому здесь не получится. И при этом, при всем, кстати, вот эти крылья я могу, допустим, вот так вот сделать, смотрите. Вот сюда вот, и здесь еще один винт поставить могу, да, если захочу. Да, вариантов, конечно, много. Так, ну, давайте сначала с этими крыльями попробуем взлететь. Нам еще нужно хвост сделать, хвостовое оперение. Так, не очень много крыльев, мне кажется, конечно. Хотя не забывайте, что еще... Так, вот здесь, во-первых, нужно поставить крыло. Так. Так, еще посередине у нас есть крылья. Не забывайте об этом, вот, то есть они идут, да?
Вот так вот. То есть уже, в принципе, неплохо. Давайте подумаем, что сделать с хвостом. Честно, я с оперением задним, точнее, хвостовым оперением немножко не знаю. Во-первых, длина, да, то есть длина, по-моему, ну вот более-менее нормально. Я бы еще подлиннее сделал, но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как вот это будет работать вообще. Так, и в принципе, наверное, я бы здесь поставил крылья. Да, потому что задний хвост у нас получается не очень большим. И здесь я бы установил вот где-то на такую... Ну, О боже. Иногда меня убивает установка здесь блоков. Так, окей. И вот здесь только промежуточные обязательно вот... Вот так вот нужно поставить. Обязательно, да, то есть, чтобы задний хвост тоже у нас каким-то образом регенерировался. И здесь у нас два варианта. Есть как хвост сделать, либо сделать высокий хвост. То есть сделать... Черт, у меня вот такого крыла поворотного нету, но мы сейчас сделаем. В общем, либо поставить вот такое крыло здесь. Вот так вот. И на него, допустим, ну потом поставить вот так вот, к примеру. То есть оно тоже будет у нас поворачивать влево-вправо. Допустим, если вот даже сейчас вот, вот видите, влево-вправо, то есть видите, оп-оп-оп-оп-оп, работает. Кстати, крыло-то, хвост-то получается довольно-таки высоким, и как бы это вот может быть и достаточно. Ну-ка, так, понятно, здесь глоустон нужно, глоустон, господи. Ну что ж, вот такое оперение получилось, в итоге я оставил именно такое. Нужно тестить, ребят, нужно тестить и только тестить, потому что по-другому никак не получится. Единственное, что я вот думаю, что может быть вот сюда вот поставить немножко другое. Другое, вот допустим вот так вот. То есть он и больше занимает место, но... Хотя можно его так вот даже и оставить. Или тут в принципе... Вот непонятно, тоже вот, тоже, ребят, вот непонятно, сколько, допустим, хранит себе вот энергии вот этот вот аккумулятор, да? Сколько потребляет энергии вот этот вот генератор? Сколько потребляет силовое поле? Ничего нигде не написано. Ладно. Вот так вот установил я спереди шасси. Здесь вот такие шасси. В принципе, понятно. Конечно, посмотрим... Здесь есть у нас небольшая разгонная площадка. Посмотрим, на что способен... мне кажется, или он... почти взлетел. Он взлетел, ребят. Да, я еще два стабилизатора поставил. Он взлетел, и он летит, ребятки. Очуметь! Я даже немножко в шоке. Да, не хватает подъемной тяги в том плане, что он не взлетает с ровной поверхности. Ему нужен пригорок небольшой для того, чтобы, так сказать, скакнуть с него, да, и взлететь. Но факт того, что он летит, это факт. Переднюю часть, видите, прям вот вниз так, да, тянет, видите? Так, давайте попробуем, знаете, что сделать? Попробуем сейчас, нет. Тут либо не хватает двигателей... Либо не хватает двигателя, либо парит, по крайней мере, нормально. Смотрите, парит прям вот ровненько приземляется. Отлично, отлично, неплохо, очень неплохо. Я даже не ожидал, серьезно. Оп, видите, подскакивает как. Так, давайте, что мы можем сделать, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Мы можем сделать, во-первых, мы можем сместить крылья. Мы можем сместить крылья и поставить еще по двигателю... Как я говорил, допустим, к примеру, вот как-то вот так вот. Давайте вот так вот. Здесь вот так вот. Оп. И вот так вот смещаем. Таким образом мы можем установить еще по одному двигателю. У нас есть запас небольшой. Я специально его оставлял. Допустим, мы здесь еще ставим по одному двигателю. Где двигатель вентуровский? Оп. Оп. Тяга становится больше. Подъемная сила из-за винтов становится больше. Логично, логично. Ну, в принципе, логично. Так, здесь еще давайте добавим, знаете что? Вот так вот. Кстати, так тоже можно поставить. Ну ладно. Так вот. Вот так вот. И здесь два варианта есть. Опять поставить вот эти черные крылья, либо можно поставить крылья вот такие вот. Назад смотрит. Зачем?
То есть, либо вот такие вот крылья поставить. Тут надо подумать, что лучше будет, потому что... Ну, немножко непонятно, да? Конечно, можно и сюда поставить, тогда точно тяги хватит, но я хотел бы... Да, хотел бы как-то это, ну, оставить в одном стиле, да? Слишком наворачивать не хотелось бы и... Стоп, он до сих пор не сделал мне крыло. Опять что-то, чего-то не хватает. Ну-ка проверим. Опять дерева не хватает. Я не знаю, что это, но это на меня напало, когда я собирал дерево. Посмотрите. Это что? Это не перевозка ресурсов, это... Хотя нет, стоп, вру. Там внутри что-то какое-то... по-моему, что-то, какой-то механизм как будто есть. Там, видите, ресурсы какие-то передаются или что-то типа... Непонятная какая-то хрень, очень странная. Так, ребят, проверяем, установил крылья. Все, двигатель установлен. Единственное, что вот... Что я хотел что-то сейчас... Что-то я хотел только что сделать. А, нет, все нормально. Ну, вот эту часть можно убрать, да, то есть здесь она уже нам не пригодится. Вот так вот, к примеру, можно убрать. И, в принципе, все, можно попробовать взлететь. Давайте попробуем. Ну, вот опять же видно, что он не... Ему не хватает мощности взлететь с прямой. Какой-то мусор насобирал. И постоянно его почему-то тянет вниз. Я заметил. Опс. Воу. Хвост так заносит у него. Ну-ка. Чего-то не хватает у него теперь. Почему-то он не взлетает даже с горки. Видите, его сразу начинает тянуть вниз. И я могу предположить, почему так. Потому что я убрал крылья. То есть они... Нужно крылья вынести чуть-чуть, да, наоборот, вперед, наверное, да? Кстати, вот, наверное... Воу, вообще заносит. Задница прям заносит. Просто маленький прикол. Я нашел новый вид двигателя. Ну, вы видите, да? То есть я не жму вперед. То есть вы видите, двигатели не работают, а жму только атаку. И вот, собственно говоря, устройство двигается. Ну да, не быстро, но все-таки это забавно. На данный момент я оставляю устройство именно таким, вот которым оно сейчас является. Я считаю, оно закончено. Да, есть небольшой минус. Его постоянно, конечно, тянет... Перед тянет чуть-чуть вниз. По-хорошему, нужно было сделать так, чтобы тянуло вверх. То есть, так и управлять удобнее. Но вот эта вот тяга вниз, она незначительная. И поэтому я оставил именно так. Что же я еще тут за кадром оставил? Добавил, точнее. По центру, вы видите, 4 вот этих крыла стоят. И последнее крыло выпирает чуть-чуть вперед. Поставил спереди 2 ствола. И вот здесь по краям 2 ствола. На всякий случай, если я уж буду куда-то приземляться, вдруг там какой-то небольшой враг будет, чтобы я хоть как-то частично мог отбиться. И да, конечно же, вы заметили, скорее всего, 2 турбинки. А для чего? Для того, чтобы резко взлетать. Для того, чтобы был рывок вот этого... Рывок ввысь, так скажем, да? Так, осталась небольшая часть. Это, во-первых, радар. Радар и один блок очень важный. Вот. Вот этот блок. Это блок датчик высоты. Вот он появился. Текущая высота. Ну и давайте попытаемся взлететь, да? То есть, как бы на полной скорости, что ли. То есть, по-хорошему, здесь бы я бы нажал ручной тормоз, включал бы двигатели, полный разгон, ручной тормоз отключал и со старта срывался. Вот так бы я делал. Но здесь, так как двигатели разгоняются и набирают максимальную скорость не сразу, то как раз-таки вот эти реактивные двигатели нам помогают как раз-таки вот дать вот этот вот разгон. Все, мы взлетели, ребят. Шах! Пошел. То есть, все, собственно говоря, мы летим, у нас 100 миль. О, кстати, посмотрите, идеальный баланс. То есть мы высоту сейчас теряем, да, теряем высоту. Жех. Офигеть, мы теряем высоту, конечно же, но ее теряем так медленно, что просто, ну вообще, ну вот посмотрите. Да, вот сейчас мы начинаем только падать. Да, конечно, крен с каждым разом увеличивается, но тяга двигателей иногда нам подает
ну, тягу, собственно говоря, и мы взлетаем чуть выше. Офигенно получилось, на самом деле, в итоге получилось просто бомбезно. И сразу скажу, да, конечно же, многие, я уверен, что скажут, почему здесь, типа, надо было добавить здесь крылья, и тогда было бы легче. Да, согласен. Добавляем еще здесь крылья, и устройство тогда начинает чувствовать себя вообще комфортно и идеально. Но вся фишка в том, что я хотел как можно уже сделать транспорт. То есть летающее устройство, но как можно уже. Так как нам придется приземляться, ну, в какие-то необычные места, да, то есть куда-то. Я бы не хотел постоянно везде крыльями задевать деревья или какие-то камни. А так как это устройство у нас получилось компактным, то есть приземление, посмотрите, идеальное просто. Так как это устройство у нас получилось компактным, то есть узким, то ему большого количества места-то не нужно для того, чтобы приземлиться. Или взлететь, к примеру. Да, то есть, при том, что нам, вот, допустим, вот в том промежутке, где я сейчас взлетел, если бы ширина крыльев, то есть здесь еще стояли крылья, то я бы уже не смог там взлететь, я бы врезался крыльями в деревья и все. Это прошу прощения. Это окончательный вариант моего устройства, и я бы хотел, чтобы вы назвали это устройство. Я бы его назвал Пегас, ну как-то так, мне кажется, подходит это. Смотрите, козлом двигаемся, да, то есть на козле, или как это, встали на дыбы. То есть я бы назвал его Пегас, по крайней мере, мне почему-то нравится это название, как-то подходит. И это будет уже финал. Давайте... Последняя точка. Во-первых, нам нужно зарядиться. Это раз. То есть нам нужно будет зарядиться. Оп, разворот ментовский. Оп. Давайте зарядимся. Здесь вот мусор сейчас соберем. Да что ж ты будешь делать? Стой. Так, вот давайте вот так вот легче будет. Давайте вот там вот мусор соберем. Вот здесь вот весь. И самое такое критичное началось. Разборка базы. Да, ребят, я заканчиваю здесь свое присутствие на этой территории. И эта миссия, точнее, эта серия была посвящена не только постройке, но и передвижению. То есть это последняя точка, в которой я нахожусь. Дальнейшее мое развитие будет уже в новом месте. Я пока не нашел это место и, честно, не знаю, найду ли. О, как лагает-то. Честно, не знаю, найду ли. Потому что хотелось бы найти что-то интересное, что-то такое впечатляющее. Поэтому в следующей серии я посвящу именно... Точнее, она будет посвящена, да, как бы путешествию. То есть я попытаюсь найти какое-то интересное помещение. Я попытаюсь найти какое-то интересное... здание, ну не здание, а какое-то интересное расположение гор, скал, да, или чего-то типа такого. И на этой основе построю базу, то есть буду строить базу. Хомяка я сохранил, давайте сохраним также это устройство. Блин, а как бы, давайте, наверное, я его и назову Пегас. Наверное, так будет правильно. Хотя я его не смогу восстановить, потому что у меня нету блоков. Так что не буду его называть, все-таки оставлю. Вдруг вы придумаете лучше название. Ну что ж, и финальный штрих. Разбираем нашего хомяка. Собственно говоря, как-то так. Разбираем нашего хомяка. И если что, я его в любой момент смогу собрать. То есть, смотрим. Хомяк! Хомяк! Вот так вот. Он у нас готов. Черную дыру мы сейчас давайте вот как-то так, да? То есть нам вот так вот мы изнутра достаем другую черную дыру. Собственно говоря, ту, которую мы несем, ту, которая несет этот самолет. И это финальная черная дыра, которая будет нести все наши устройства, все наши блоки. И уже в следующей серии я отправлюсь в путешествие. В далекие-далекие края, в которых я попытаюсь найти место, где я начну обитать. А на этом я буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Всем всего, блин, такая куча ресурсов валяется. Всем всего, удачи и пока.